є на зв'язку зараз Сергій Костінський, політолог з Криму, який може нам розповісти, що відбувалося сьогодні в день в Криму і що відбувається зараз. Добрий вечір, якщо він добрий там у вас в Криму, тому що та інформація, яка надходить, вона може бути неправдива, ми не бачимо це на власні очі. Я сьогодні мав бесіду з Османом Пашаєвим, журналістом кримського каналу АТР, і він повернувся в Київ, сказав мені: «Романе, я чесно не знаю, що відбувається. Я бачу озброєних людей, я бачу політиків кримських, які працюють в певному напрямку. Більше нічого я не бачу». Розкажіть нам, Сергію. Добрий вечір, колеги. Большое спасибо за включення. Событий происходит очень много, и очень тяжело сейчас все систематизировать, но прослеживаются определенные тренды, о которых можем говорить. В первую очередь мы увидели, что Майдан сломал президентскую вертикаль власти, партийную вертикаль власти, и легитимность партии регионов очень сильно упала. Оказалось, что это шанс для местных элит, местные элиты этим воспользовались, но нельзя говорить о том, что это самостоятельная инициатива, нельзя говорить о том, что местные элиты обладают определенной субъектностью. Я думаю, что на самом деле при участии внешних сил, при участии Российской Федерации, крымский парламент или часть его, которая сформировала условное большинство, воспользовалась ситуацией для того, чтобы установить свой контроль в Крыму. Что сейчас происходит? Происходит обычный сценарий интервенции, захватываются объекты коммуникации. Параллельно Верховная Рада Крыма, при том, что мы увидели сегодня, что не было все-таки кворума, избрала новое правительство и избрала нового премьера. И можно что вопрос, идет дальше распространение контроля. Вопрос, простите, вопрос все-таки, это очень важный момент. Вы упомянули, Верховная Рада Крыма избрала, это вчера произошло, избрание правительства, правильно? Да. Вы сказали, без кворума, это было видно, нам не было видно, мы не знаем. Действительно, не было кворума. Что? Мы вчера пытались выяснить это, но не получалось на самом деле. Смотрите, по той инсайдерской информации, которая сейчас есть, получается, что людей было меньше 50 депутатов, которые принимали решения. По фотографиям, которые сегодня уже есть в интернете, видно, что достаточно небольшое количество депутатов принимало участие в этой внеочередной сессии. Заседание. Да, спасибо за уточнение. А теперь что происходит? Поскольку мы еще вчера конкретно скажите, да. Что на улицах происходит? Как люди себя чувствуют? Видите ли вы войска? Видели ли? Может быть, что да. Вот... Опишите нам картинку, потому что у нас нет конкретно, что там сейчас есть. Я понял. Смотрите, давайте тогда... По очереди. Что сейчас происходит? Следующий этап. Сейчас, я так понимаю, новое правительство пытается получить контроль над силовым блоком, который есть в Крыму. Уже есть информация от первого вице-премьера о том, что есть договоренности с Беркутом, что он будет сотрудничать, крымским Беркутом, который будет сотрудничать с новой властью. То есть, по сути, Беркут переходит в подчинение к новому правительству. Это раз. Уже есть информация о том, что в САКах, например, милиция местная отказалась сотрудничать с новой властью. То есть, я так понимаю, что ведутся сейчас системные переговоры со всеми правоохранителями, и идет попытка установить контроль, силовой контроль над всей территорией автономии. Что делают российские военные? Это однозначно не местная самооборона. Это я видел сегодня, когда пытался добраться в офис, проходил по центральным улицам, видел военных, вооруженных людей. Это все-таки вооруженные профессионалы с хорошим вооружением. То есть это не дробовики, не пистолеты, это автоматы и пулеметы. И сейчас устанавливается контроль над объектами коммуникации. То есть уже, я так понимаю, что установлен контроль над государственной телерадиокомпанией «Крым», контроль над Укртелекомом. Люди сообщают сейчас на Фейсбуке в реальном режиме, я вижу комментарии людей, они действительно подтверждают, что отключены от связи, отключены от интернета. Следующий этап, я так понимаю, это уже местные провайдеры, которые заблокируются доступ к интернету для всех. Что следующий этап, то есть сейчас прошла информация о том, что планируется ночью захват крымско-татарского телеканала АТР. Вы должны понимать, что, во-первых, это крымско-татарский телеканал, во-вторых, это телеканал с самой большой аудиторией в Крыму, и третье, что, еще раз, это крымско-татарский телеканал.
Здесь не будет простого захвата, когда люди зашли и что-то и заняли какую-то позицию. Здесь планируется, я так понимаю, сопротивление. Насколько оно будет жестким, я не могу сказать, но есть ресурсы для того, чтобы этот телеканал, ну, в том числе гражданские ресурсы. То есть люди подтягиваются, и я так понимаю, что будет очень много людей, которые будут стоять на защите этого телеканала. И посмотрим, чем это все закончится. Если будет попытка все-таки штурма, это будет новый виток конфликта, и мы увидим все-таки, что сценарий развивается негативно. То есть вот такого, как, такой ситуации, когда люди заходят во все кабинеты, которые они хотят, уже не будет. Здесь уже идет столкновение с крымскими татарами. Мустафа Джемилев сегодня, если я не ошибаюсь, сегодня объявил, что он не, Меджлис крымско-татарского народа не будет идти на контакт с новым правительством, он не является легитимным, и крымские татары будут сопротивляться. Формат, о котором он говорил, отряды самообороны, скорее всего, будут для того, чтобы они могли вооружаться, будут подчиняться каким-либо силовым ведомствам. Это, я так понимаю, что об этом переговоры идут. Что... Скажите, пожалуйста, а вот что делают российские войска? Мы более-менее видим информацию очень много, или там те, кто мы думаем, что российские войска. Украинские со стороны материка, вы видите какие-то там внутренние войска, я не знаю, армию, флот, ну хоть что-нибудь там происходит? Или пока мы видим войска только с той стороны? Но военных украинских мы не видим. Мы видим, что в обычном режиме работает ГАИ, которая перекрывает, например, центр, которая выполняет свои обычные функции. Мы видим милицию, которая, например, может охранять митинги или просто патрулировать территорию. То есть правоохранители работают в обычном режиме. То есть каких-то действий со стороны украинской армии нет. Подождите, то есть правильно я понимаю, что вот уже третий день происходит то, что мы первый захват произошел 3 дня назад, правильно? Вошли люди в крымский парламент. Нам здесь рассказывают, что СБУ, и вчера было заседание СНБО, сегодня уже говорил об этом министр обороны, что что-то должно происходить. И ничего не происходит. Чиновники хотя бы, они как-то пытаются организовать, объяснить людям, что надо делать дальше, организовываться какие-то отряды. Или вот просто все пущено на самотек? Смотрите, создается впечатление, что все пущено на самотек. То есть человек, который мог организовать сегодня сопротивление, который мог воспрепятствовать захвату зданий и принятию нелегитимных решений, это был Анатолий Могилев, человек, который был включен в президентскую вертикаль и был наделен большими полномочиями в Крыму. В принципе, его убрали, я думаю, он хотел этого. И теперь никто ничем не руководит. Люди живут в привычном режиме, есть ощущение у людей, что как бы нет еще осознания того, что произошло в Крыму. То есть мои коллеги пишут о том, что, например, в супермаркетах люди точно так же покупают еду в хорошем настроении, как бы режим особой жизни не нарушен, чувствуют себя комфортно. Паника определенная есть только среди креативного класса, который находится, например, на Фейсбуке. Это люди, которые максимально информированы, и они понимают, что происходит. Я думаю, что это состояние паники, оно все-таки потихоньку будет приходить, когда люди будут понимать, что все-таки произошло. Ну, ми нагадаємо, остання інформація про те, що ось це сталося 20 хвилин тому, що Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з діями російської сторони. 28 лютого російській стороні передано ноту Міністерства закордонних справ України, в якій висловлено протест у зв'язку з порушенням повітряного простору України та недотримання угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту в Севастополі.